Продолжаем выпуск. Опера в библиотеке. Торжественное открытие виртуального концертного зала состоялось в Центральной городской библиотеке. Высокие технологии позволяют услышать и увидеть классику вживую. Не нужно приглашать целый симфонический оркестр, балетную или оперную труппы. Все можно увидеть на большом экране с помощью цифрового проектора и услышать с сочным звуком благодаря профессиональной акустической системе. Новый формат таких коммуникаций – это безопасный и доступный способ развиваться как культурно, так и интеллектуально. Потому что современные библиотеки, вы сами знаете, это сейчас не просто библиотеки, а центры культурного, интеллектуального досуга, где библиотекари стараются выбирать какие-то новые форматы, которые наиболее являются перспективными, интересными, технологичными. Проект виртуального концертного зала всероссийского, этот проект реализуется в рамках национального проекта «Культура». И даже когда еще национальный проект не начался, стали появляться первые виртуальные концертные залы у нас в Иркутской области. В конкурсном отборе Ангарская библиотечная система набрала максимальное количество баллов и получила 1 000 000 рублей на реализацию онлайн-трансляций. На сегодняшний день это 4-й виртуальный концертный зал в Иркутской области. В скором времени планируется открытие в Усть-Куте. А первые посетители виртуального концертного зала в Ангарске посмотрели симфонические хиты мировой оперы и фрагменты записи концерта Московского симфонического оркестра.